А эти кадры сняли сегодня утром. На работу вброд, по-другому не назовешь. Несколько месяцев назад Ирина Коваленко даже чуть не утонула в этой огромной луже. Сегодня путь на работу мокрый, но нарушать правила дорожного движения я не буду. Ливневка на перекрестке Лазо и Строителей проблемная. Постоянно здесь стоит вода. Мы выложили сегодняшние кадры в сеть, и спустя час приехала спецтехника. Будем надеяться, что это не совпадение. Коммунальщики выполнили обещание, которое дали июню несколько месяцев назад.